Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня роллинг. Роллинг для моего подписчика Вадима на русском сервере. Я специально заюзал, полчаса ждал, чтобы вербовщик сработал, потому что охота с вербовщиком поролить, посмотреть. Ник Аманита, русский сервер, находится в гильдии «Неприкаянные души». Кидайте заявочки, вступайте, гильдия развивается. Новенькая, первые, вторые места битва гильдии. Атака фортов. На БК набрал ты 0, тогда вы поняли, что дорогой. В общем, вот так вот, все в принципе правильно. Аккаунт донатный. Практически 320к доната, до разрухи почти дошел. Так, поехали посмотрим, что у него тут творится. Фобос нужен, кровавая Мэри, королева Ос. Наверное, все последние герои. Бард, понятно. Скиталец и Миша. Так вот, не собрал он еще Мишу. 0.5. Странно, что он не фармит. А, или собрал. Не, обмен 0.5 стоит, значит не собирал. Странно. В общем, окей. Самый нужный герой — это Миша. Акции у него, как видите, нет, он сегодня добрал. Так, у меня стоит 4 минуты, поэтому давайте сейчас за ролем и потом заюзаем следующий, потому что полчаса надо ждать для того, чтобы потом паролить обратно со скидкой. То есть, если стандартная скидка у нас была не без скидки 450, то тут 360. По сути, на каждый пятый удар у вас получается бесплатным. У нас есть 40 штук, это 10, ну, 10 тычек вы экономите. В принципе, это очень приятно и очень хорошо. Поехали посмотрим, что у нас получится. 360, эктоплазм, давай, рандомчик, ПБшка. Профессор Рибет, череп, неплохо, душек. Смотрите, что делается. Вот вам донатный аккаунт. Фараон, но нам нужен, я не знаю, вот просто фараон падает. Космо, все, мы уже даже заролили, видите, как все быстро. То есть, по сути, это действует там на 10 тычек, 10, 11, 12 тычек, то есть не так уж и много. Поэтому что имеем, то имеем, но все равно в любом случае это плюс, если сравнивать по 450 и иметь хоть какой-то результат получше. Фу ты, блядь, что я вам рассказываю? Я уже просто думаю о своем, о другом видосе. В общем, это реально плюс. Единственный минус — это то, что надо ждать время, которое закончится. То есть, видите, вот за нами я не могу. Надо ждать 3 минуты. Плюс ограниченное количество 40 героев. То есть, ну, такое, маловато, честно скажу. Так, окей, поехали дальше. Ну, выпало нам, конечно, неплохо. За первые тычки варлок, тыква, триантик, трифит. В таких случаях я не раз говорил, не, если у вас не хватает стрелок, посмотрите, как сыпят. Нифига себе. Если у вас не хватает пару героев, тем более это донатный аккаунт Фрея, это просто космос, а не роллинг. Вот так бы падало на бездонатах. Сердцеедка Суку. То лучше, блядь, ледяной Феникс. Это просто аут, ребят. Посмотрите, что здесь творится. Слотов уже на складе не хватает. В таких случаях лучше, вот, я не знаю, ролить созвездие, там, ну, что-то другое. Но бессмысленно тратить 60к, я бы лучше, честно скажу, на его месте подождал там акцию, докупил того же самого Фобу, докупил королеву Оса, она стоит херню, и нормально забрал и героев, и созвездия повыставлял. Ну, хозяин-барин, такое. Также у нас сейчас будет пыльца, пойдем пооткрываем. Попробуем собрать ему барда. Посмотрим, как на русском сервере падает бард сегодня. Поменяли у нас остров.
Магия бесплатна. Вот так вот, ребятушки, Зефирик. На таком аккаунте, на котором он по сути не нужен, но он нам упал. У нас есть 120 осколков. Давайте попробуем, посмотрим хотя бы, как падает здесь. У камешек упал, и причем так быстро упал. У меня на английском сервере, я не знаю, там не так уж и много. Мэри 5 осколков. Ну, Мэри начала лучше падать. Еще один камешек. Нифига себе на русском камне раздают. Опять зефир. Но здесь хоть зефир падает. Я скажу, на русском плюхе вот мне больше нравится. Смотрите, зефир опять. Мэри плюс 5. Все-таки Мэри падает намного круче сейчас. Зефир опять упал. Нифига себе. Вот так вот, ребятушки. Сколько у нас получилось? 6 осколков. 6 осколков барда. Так, карта богатства, мешки. Ну, относительно, я скажу, неплохо. Такс, окей. Поехали дальше. Кто там свободен у нас следующий вербовщик? Да, поехали. Это просто какой-то админский вербовщик. Такие герои мы вытащили за... Сколько у нас? 40 у нас было. 59 за 20к таких героев нахватает, это просто пипец. Это просто пипец. Посмотрим, что сейчас будет дальше. Конечно, герои классные, но у него это все есть. Вот в этом весь кайфолом, то, что эти все герои есть задонены. Ему надо несколько героев. Землеройка, неплохо. Всего лишь, блин, несколько героев. Будет у нас хоть один недостающий. Рандомчик. Все, мы уже проролили всю скидку. Надежда умирает последней. РТшка. Бум! Есть! Поздравляю! Ну чё, хоть мы сделали вот это, я безумно рад тому, что мы выбили. Это реально сложно выбивать на таких аккаунтах героев недостающих, но Фобос у тебя уже есть. Отлично. Осталось всего малость. Добавить мест на склад и заролить дальше. Аса. Еще один. Это просто пипец, ребят. Че это творится? Офигеть. Просто офигенно. Сейчас, чувствую, будет еще одна имба. Валентина, добрый вечер. Пока вроде день. Добрый день. Бум, Дракос. Ну, что могу сказать? Неплохо. Два целых два Фобоса. Так, нам осталось затащить скитальца и королеву Ос. Странно, что он мишаню не собирает. Очень странно. Смотрите на этого Дрейка. Какой-то бешеный Дрейк. Какая себе там у него житухи. Нифига себе. Видали, какой мега Дрейк? Вот таких бы всем Дрейков. Он еще и резнулся. Нормальный отхил, да, ребят? У него зефира слили. Одна фрая стала. Зефир слился. Просто пипец. Да посмотрим, какие у него там сборки. Ну все, тут мы уже ничего не сделаем. Поехали. Махатма сразу же стычки. Варлок. Паладин, нифига себе. Видали, как надо в рейды бегать?
Фрея еще одна, я офигею. Что мы тут только с вами не вытащили? И Фрея, и Космо, и Ледяха, блин, ну просто все, что надо. Призрачный всадник. Два самоцветика мы ему оставили, поехали посмотрим на алтарь его. Так, вальс, в принципе, неплохо. Ну, видно, вальс лучшего Зашка, она бы поинтереснее была. Он вкачал и маску, и этот, но маска плюс ОЗА будет самое то. А, вальс, конечно, такое. Дуэлянт. Рейка. В принципе, неплохие такие сборки. Десятки собраны. Минотавр с маской. С вальсом. Интересная идея. ПДшка. Я бы здесь вместо ожива все-таки огненку качнул. Так, ожива, нету скинов. Нету у него скинов, но я скажу, по талантам довольно-таки круто и хорошо. Расколы. Ну, в принципе, аккаунт отличный. Ну что, поздравляю, недостающий герой в двойном экземпляре, в двойном причем. Не знаю зачем, а у него доступных мест не хватает. Ну, в общем, уже сам определиться с талантом там и прокачает его. Вот такой вот, ребятушки, роллинг. Кидайте заявочки, вступайте в гильдию неприкая... Не... Сейчас... Неприкаянные души. Вот. Неприкаянные, неприкаянные, короче. Кидайте заявочки, вступайте, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.